Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Вора Золотое Здание. Итак, мы продолжаем с вами поиски талисмана огня, да? Талисман огня, верните хранитель медальона, еще нам нужно, и набрать 2000 монет, в том числе драгоценными камнями 500 монет. Окей, давайте продолжать. Так, мы закончили с вами, нашли вот такой вот некий проход, мы, по-моему, отсюда, да, вышли. Там еще поворот есть налево. А, или здесь налево. Погоди-ка. А, здесь тоже налево есть поворот. Вот. Так, в принципе, вы написали, что миссия, она не такая уж и, в принципе, сложная. Так, это не открывается ничего. Основная задача найти правильный путь к храму. Ух ты, это что такое? Тихо! Что это? Тихо. Сработает? Ничего себе. Так, ладно. Так, погоди-ка. Как бы залезть. Сейчас я тебе сейчас сразу... Сейчас вот тут вот так. Да ладно, я ж в тебя попал, ты чё? Я ж в тебя попал. Почему ты не потух? А как теперь залезть? Так ты где? О. Отлично. Что это за херотень? Такого мы еще не видели. Так, ладно. Главное найти правильную дорогу к этому, к храму, где находится талисман. Так, я хочу вон туда, там он что-то лежит, я хочу туда попасть. Давай-ка мы попробуем как-нибудь аккуратненько. Нет, как-нибудь аккуратненько. Так, погоди, я сейчас попробую перепрыгнуть. Хорошо, у меня ХП вообще почти на нуле. А чё, у меня нет этих... Нет у меня... Это что такое? Бросит целый колчан стрел, ты прикинь. У меня, оказывается, нет зелья восстановления эликсира. Вот, так, окей, хорошо. Не зря я сюда перепрыгнул. Так, стрела огня. Ни хрена там подмога идет. Так, надо аккуратненько. Тихо, смотри, вылетел. Ать! Минус один. Прячься. А минус второй. Хорошо, у меня запас неплохой стрел, водяных стрел. Так, а наверху там, наверное, ничего нет, да? Ай-яй-яй-яй! Окей, так, можно сюда пройти, можно... Давай-ка, ну-ка, я сейчас гляну, что здесь. Стрелы какие-то нарезаны. А, смотри, стрелы и... И видим, по всему видимому, этот огненный шар нарисовал. Понятно, это типа их обиталище. Охренеть, смотри, там ходок. Тихо, что это? Леха, звуки такие. Так, погоди, здесь что-то. Дорогой Майлу, этот город слишком хорош для простой сельской девушки. Я посетила императорский Колизей. Какое зрелище! Колизей больше, чем наша деревня. Ликование оглушает, когда из-под императорского балкона выдвигается мост. Огромные ворота открываются, и воины выходят на поле боя. И поднятый островок посреди арены. Сотни волшебных огоньков плавают на поверхности воды. Там я видела гладиатора, который сражался с двумя львами. И сам сын императора бросил ему мешочек золота. Позже я напишу тебе еще, а то меня зовет Черк. Или Черок Наза.
Это, наверное, скорее всего, писанина, короче, жителей этого города, древнего народа, наверное, скорее всего, да? Еще имена, видишь, такие, Зара, Чакру, Майлу. Там что-то, кострище какое-то. Охренеть ходов. Нам нужно как можно скорее найти источник воды здесь, в городе. Жар от магмы обезвоживает нас слишком быстро. Наши водные кристаллы оставлены на случай крайней необходимости, но вскоре, возможно, мы будем вынуждены их использовать. Надеюсь, башня не слишком далеко. Так, это, судя по всему, записи экспедиции пропавшей. Так, а туда я могу? Так, ну, наверное, надо попробовать. Перепрыгнуть. О, нифига, там еще проход. Жесть, жесть, жесть. Просто жесть, жесть, жесть. Там, смотри, проход, там проход. Я не удивлюсь, если с той стороны еще проход. Ну-ка, я тут пропустил, короче. Здесь что? Бляха, звуки-то какие? Жесть. Жесть. Так, окей. Надо разбираться, короче. Видимо, вы пошутили то, что не слишком запутано. Ходов очень много. Так. Давайте-ка попробуем пойти вот здесь. С самого начала. Идем. А, понятно. Понятно. Тогда идем сюда. Запомним, что вглубь мы туда не ходили города. Это получается, вон оно что. Я, короче, обошел. Я обошел. Понятно. Ясно, понятно. Так, тогда идем. Идем, идем. Там мы все посмотрели, получается. Тогда мы идем с вами. Так, а наверх я залазил, да? Погоди-ка, наверх я залазил, да? Да. Значит, идем, короче, с вами вот здесь посмотрим. Вот эта дорога куда? Опа, 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 па. Но в любом случае я туда не смогу попасть. Я не смогу, да, я не допрыгну. Я не допрыгну, поэтому пока оставим это место. А они, смотри, они могут, наверное, подлететь до сюда. Главное, чтобы они за мной не прилетели. Ладно. Так, что это? Где? Это тот же костер, который, да. Это тот же костер. Ага. И это получается тоже какой-то обходной путь. А здесь что? Ужас, ужас ходов. Ну, в принципе, они все ведут, знаешь, как бы в одно место, как бы так выразиться, можно сказать. Так, ну здесь я тоже не пройти. Понятно. Там вот, смотри, что-то горит. Либо это шар вот этот летающий, либо там что-то горит. Так, а это что? Окей, здесь я не был. Выбираю. Огненных стрел очень много. Интересно, вот эти огненные шары можно огненными стрелами? Или обязательно нужно водными стрелами? Так, я туда не могу пройти. Поверху. Либо застревает, либо там не могу пройти. Так, ладно. Выразиться, можно сказать. Так, ну здесь я тоже не пройти. Понятно. Там вот, смотри, что-то горит. Либо это шар вот этот летающий, либо там что-то горит.
Так, а это что? Окей, здесь я не был. Выбираю. Огненных стрел очень много. Интересно, вот эти огненные... И очень-очень много. Так, ладно, погоди. Ну-кась. Я пока здесь не пойду, наверное, потому что это слишком куда-то далеко меня уводит. Вот, давай-ка мы посмотрим с тобой, сходим. Да, где дома? Получается, вглубь города, наверное. Это куда-то, блин, выводит. Блин знает куда. Просто мне кажется, что та дорога меня выведет куда-то, ну, уведет вообще далеко отсюда. Там вот какие-то эти. Есть. Так. Здесь еще, смотри, наверх куда-то ведет дорога. Ужас, ужас. Давай внутрь зайдем. Ух ты. Тихо. Летает. Отлично. Где-то еще что ли летает? Ладно, а я могу вот это забрать? Да ладно. Ух ты, вот это... О, да. Такими темпами я наберу, короче, сколько там, 500 этих камнями. 500 монет. Клёво. Вот это я не зря зашел. Ты посмотри сколько, я богат. Я богат, 915. Ну, я думаю, скорее всего, я набрал 500, на 500 монет этими камнями. Тихо. Там свет. Тихо летит, я так и думал. Быстрее. Ча-ча-ча. Хорошо. Окей, ладно, пошли по порядку. А это же такой же камень, почему я не могу его взять? Вон, пускай светит. Так. Тут ходов, там ходов. Охереть. Это куда ведет? Это тупик, рука чья-то. Рука и огненные стрелы. Так, наверное, стрелы эти. Водные надо взять. Так, погоди, а здесь наверх еще. И в ту сторону. Только наверх поднимемся. Короче, осмотрим сейчас пока одну сторону. Жесть. Ого. Да это я пришел. Ого. Маски. А, помните, да, типа, смотри, что-то там, короче, помните, да, говорили, типа, масками там всякими найти какие-то там сокровища древних. Вот, наверное, эти маски. Так, а это куда? А, понятно, это я круг сделал. Окей, а это еще ниже куда-то. А, в лаву. Понятно. Так, окей. Значит... так, как я шел? Я шел туда наверх. Давай-ка сюда сходим. Еще свиток. Речь мастера Руйтана, обращенная гильдии просвещения. Жрецы говорят невеждам, что земля скорбит по ее покойному брату Ватараку.
Мы знаем, что эти подземные толчки превращают нечто более угрожающее. Предвещают в нечто более угрожающее. Тарак прислушался бы к нам и эвакуировал город, но сын его менее просвещен. Гильдия должна защитить все, что сможет любыми способами. Обычными или же магическими. Башня не должна рухнуть. Короче, какие-то записи, скорее всего, ну, жрецов, да, этого города древнего. Говорят, что любыми способами нужно защитить город от катастрофы. Так, погоди, а там... Тут все, да? Больше ходов нет, да. Здесь больше ходов нет, там выход. Получается, ага, там выход. Окей, тогда идем обратно сюда и пройдем чуть прямо дальше. Да я там не шел. Я же спустился сразу. Идем, значит, вот сюда. Кляха. Сколько можно-то ходов? Вообще обход это на крышу куда-то, да? Есть. А, ну да, это на крышу я поднялся. А, мне кажется, сейчас вот эта вот дорога выведет меня к отворотке. Помните, как, по которой я не стал подниматься? Я сразу пошел в храм. О, нет. Только посмотри. Какие-то бараки прям с этими, с железными дверьми. Интересно, что за этими дверьми? Мумии? Хотя, мне кажется, навряд ли мумии. Да. Не из той истории. Хотя фиг знает, может здесь тоже мумии есть. И они все, смотри, все запечатаны. А с этой стороны тоже запечатаны. А нет, смотри, походу открыто. Ну-ка. А нет, тоже запечатано все. Жесть. А там вообще лава. Я сейчас по крышам попробую. Куда прусь, вообще непонятно. Опа! Тихо-тихо. Тихо-тихо, а меня видно. Надо как-то сделать, чтобы... Надо как-то сделать, чтобы меня было не видно. Меня не видно, походу. Что у нас здесь? Колдуны у нас здесь. Если честно, не ожидал я их здесь увидеть. Не, ну хотя... Как бы... Хотя, как бы, знаешь, логично здесь увидеть... Иди ты. Здесь увидеть магов огня. Потому что здесь все... Да... Да, город, подними, ну... Хорошо. Логично увидеть здесь магов огня, потому что здесь везде лава. Знаешь, мне вот так кажется, что как будто именно из-за них... Медальон. А, это... Погоди. Верни хранитель медальон участников пропавшей экспедиции. Это, смотри, это останки этих участников экспедиции. Так вот, я говорю, возможно, что именно из-за этих магов огня и произошел здесь катаклизм. Хотя, не факт. Опа, тихо. А-а-а! Ляха. Так, я тут... Сейчас почитаю, погоди. Я хочу вон ту штуку собрать. Как бы так... Да в смысле?
Гаррет, я потихонечку же. Ты почему ты падаешь-то? Да задрал ты меня. Ладно. Так сойдет, только надо как-то... А можно, смотри, было вот так вот пройти. По стороне. Ну ладно. Там голоса еще. Так, ладно, давай-ка. Это что? Вернутая постель. Так. Летописи. И будет глубоко вырыта могила и заполнена всеми теми вещами, что окажутся полезны ему в другой жизни. И пусть великолепие и блеск сопровождают любимого нашего монарха, возвеличивая славу его. И горе постигнет тех, кто потревожит сон его. Будут они гонимы всеми силами, что находятся под ними, над ними и прямо перед их глазами. Понятно. Это, наверное, на записи жрецов. А это у нас дневник экспедиции. Мы тщательно избегали блуждающих огненных элементалов во время нашего пребывания здесь, но сегодня нам был нанесен серьезный удар. Появившись будто из ниоткуда, они атаковали группу большим числом. Нам удалось отбиться от них оставшимися водяными кристаллами. Но цена оказалась слишком велика. Одж получил многочисленные ожоги и, возможно, не доживет до утра. Янис и Абнер мертвы. А, они, короче, попали под удар вот этих огненных шаров, короче. А вот эти огненные шары, наверное, скорее всего, вызвали вот эти маги огня. Он, пускай они там стоят. Так, ладно, я тушить не буду. Водяные стрелы очень нужны. А вдруг мы... Тихо. Блеха, вот здесь надо тушить. Ладно, 26. Это было дурное наведение. Давай-ка. Отлично. Получилось. Получилось. Так, ладно, а тот я факел не буду тушить. Кстати, он тут не похож на мага огня. А, понятно. Так, стрела с веревкой, стрела с веревкой. 4 штуки, бляха. Так, надо как-то сделать так, чтобы я смог допрыгнуть. Давай-ка, наверное. Раз. Два. Так, оттуда я смогу допрыгнуть, потому что я хочу еще сэкономить стрелы. Раз. Бляха. Херушки, я допрыгну, наверное, да? Да. Третью стрелу надо тоже тратить. Третью стрелу. Бляха, одна стрела осталась с веревкой. Чуть-чуть. Тихо. Так, ладно, я пока стрелы оставляю, потому что мне, наверное, возвращаться надо будет через это место. А по-другому я не смогу забрать их. Ну, я надеюсь, что нам дальше дадут хотя бы еще парочку стрел. Хотя бы одну, чтобы был запас какой-то. Тихо, нифига себе. Это лестница. Это что, труп? Точняк. Аккуратно. Бляха! Во напугало. Да тихо ты. Я просто дотронулся. Погоди, а как?
А, чё? Что я туплю? Опа, водяные стрелы, хорошо. Уйди ты. И сядь. Жесть, да? Так, как он ходит? Один? Нет, походу он не один. Проход туда. А он будет проходить вот здесь? Или... Ладно. Здесь у нас пусто. А будет здесь проходить? Нет, он ходит по той траектории. Надо вон там встать, короче. Чтобы его вырубить, надо встать там. Так что здесь... Просто темнота и пусто. Так, ладно. Делаю следующее. Ждем. А маховые стрелы у меня есть? Это газовая. Маховых у меня нет. Леха, я пропустил момент, короче. Я А вот это уже этот маг огня, походу, да? В красном одеянии. Он еще ходит. Тебе. Хорошо. Я думал все. Просрал. Так, наверх, нет. Смысла нет залезть. Так, это что? Рычаг? Для чего рычаг? Интересно. Интересно, так, смотри, туда еще прямо есть, и здесь еще. Ух ты! Тихо. Так, вот смотри, видал, как заметил, да, меня? Так, а давайте-ка испробуем, да, это газовый стрел, он там не один. Кто нарушает мой покой? Что это здесь? Ты здесь чужой. Погоди, не, стой. Почему вырубился только один? Кто нарушает мой покой? Здесь. Вы слышали это? И не вздумай противиться мне. Как так? Я ему, короче... Я увижу, как ты истекаешь кровью. Как так? А, это ветра, короче. Как так? Я в него попал. Нарушает мой покой. Смотри, я в него попадаю. Здесь, друг мой, что-то есть. Если ты нападешь, ты ничего не добьешься этим. Тьма не сможет скрыть тебя. Пишу, короче, и все. Что-то какой-то баг, по-моему, нет? Тебе не скрыться. Я выстреливаю в одного, а вырубается другой. Жалко, у меня нет этих. Прятаться во тьме, это значит показывать свой страх, чужак. Маховых стрел. Все отлично. Ну, в принципе, они здесь. Это что такое?
принципе, они здесь менее такие... менее... Ебать, мать, это что? Менее, короче, как бы так сказать, настороженный, что ли. Менее чуткий. А что за рычаг-то я взял? Его здесь где-то надо ставить или где? Или что? Или как? Сюда положить. Причем один. Написано рычаг один. Может, сюда? Странно, но походу здесь все. Здесь больше ничего нет, походу. Буду дело, поэтому надо валить. А, это погоди, это я спустился вниз, там же еще проход есть, да? Где-то. Леха, напугала опять. Я забыл про нее совсем. Хорошо, что не прикончила. Да куда ты прыгаешь, ну Гаррет, ну чё? Что ты как косолапик-то? Здесь куда-то, так. Вот здесь еще, да? И что? Окей, ладно. Все это странно. Ладно, друзья. У меня видос подошел к концу, вот. Давайте вот здесь у костерка остановимся, вот. И продолжим в следующей серии. Пойдем, наверное, уже... Там решим, куда пойдем. Что-то я уже забыл, где мы там были, где мы нет. Все, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.